вышли еще на первое место. У нас на игру меньше, у Шахтера больше очков. Это первое. А если по игре взять, ну, игра мне понравилась. Свою команду как поблагодарил уже в раздевалке за ту самоотдачу, за ту, как бы так сказать, и игру, которую они продемонстрировали сегодня. В принципе, это у нас сегодня первая игра в сезоне, но она уже как бы и в функциональном плане, и в техническом, да, есть чуть-чуть недоработки, все это будем исправлять, но приятное впечатление она оставила. Сегодня такая была справжня гра «Динамо» Шахтар, багато карток, багато грубощів. Це закономерно в такому поєдинку? Ну, у нас все время, если честно, так. Ну, это, знаете, как желание борьбы. Это хорошо сегодня, что оно не перешагнуло туда, в другую плоскость, что нет красных карточек. Все, в принципе, все желтые были такие, что с одной, что с другой стороны. Они были в накале борьбы, знаете, как никто не хотел уступать. Этот мяч хотели выиграть, каждый мяч. Поэтому оно так и получилось. Вы же видите, ни одной карточки за разговор, а одна только за симуляцию. Просто человек хотел, чтобы пенальти там поставили у Шахтера. А так все, ну, все карточки, они все были в борьбе. Велика група ваших футболістів грала вже в юнацькій лізі УЄФА, і тим більше в першості У19. Які у вас відчуття як тренера, що ваші футболісти пішли далі ще раніше, ніж закінчили займатися з вашою групою? Хорошо, ми ж для цього і працюємо. Ми тільки раді за них, щасливі. Видите, навіть от вони туди уїхали, зараз прийшли обратно к нам, і все одно у нас осталась одна команда, знаєте як. Вони сьогодні вийшли, це і доказали. Что они единое целое. Тут у нас нет, как бы, у нас есть вертикаль, мы же для этого и работаем, чтобы подготовить туда дальше. То, что большая группа игроков, ну, конечно, в плане в таком же чисто командном, к играм готовит, может быть, где-то и мне, как тренеру этой команды, чуть-чуть бы хотелось бы их видеть у себя, но у нас такая работа, мы их подготовили со своей точки зрения, они пошли туда, там все равно скорости быстрее, им надо уже привыкать и двигаться еще дальше. Да. Благодарить, кстати, Ю-19, поблагодарить Игоря Костюка, что он вчера, они поехали на игру, он им как бы дал отдохнуть, он им в конце только выпустил, чтобы они как бы размялись перед сегодняшней игрой. Поэтому, что я говорю, мы действуем совместно. И у нас нет. Мы делаем одно дело. Вы в обычном режиме готовились. Пару тренировок было на зеленом поле. Так в игре ноги чуть подсели, а так более-менее вроде выдержали всю игру нормально. Матч с Шахтарем завжди багато дуже эмоций. Багато карток было, багато фолів. Это закономерный? Ну да, считайте, украинское дерби, поэтому без эмоций никак. Без желтых карточек тоже. Все старались, выкладывались по максимуму. Забив переможний гол. Згадай, як проходила та атака. Там що-то закинули за спину защитникам, вона відбив, вратар відбив, мені скочило, вважайте, в пусті ворота, і я в пусті ворота і забив. Всі, хто в Ю-19 тренується, вважайте, всі основні ігроки, без них, звісно, було б тяжело, але повернулись, допомогли нам, ну, молодці, ніж. Загалом результат по грі закономірний, чи могли забити в кінці, я бачу, могли забити більше? Конечно, могли забивать, должны были 3-4 гол забивать спокойно, но где-то спешили в каких-то моментах, где-то надо было повнимательнее сыграть, и так был бы счет больше, а так 2-0 всего лишь. Ну, тоже 2-0 нормальный счет по игре.